И сверху вниз строю. Снизу вверх. Мама тут как тут уже. Обязательно с камерой. Потом я буду делать своему домику заборчик. Так, тут такие пиксики. Большой-большой секрет. Дима, ты что делаешь? Я делаю что-то. Так он как папа делает. Фишку макаю в этот. А он этот треугольник какой-то делает. Я делаю крышу уже. Крышу? Так у тебя даже это, фундамента нет. У тебя люди-то где будут жить? На крыше, как, что ли? Дим, смотри, да, как я делаю, а папа, потом я тебе подскажу, что делает. Делать. Потом с тобой... Просто как я делаю, видишь? Плюс. А можно вот так. Вот так вот раз, макнул. Ну помоги ему, пап. Макнул. Вот так. Я сам вот долго думал, как же я буду домик делать. Пока ходил по улице, придумал. Это... Один и думал. Подожди. Ну, в любом случае, делай как я. С этой стороны. Потом тут, потом так, потом так, потом так. Ты ему не объяснил, потому что... Ну как же не объяснил, я ему все показал. Всем привет. Смотрите, какое солнышко там отражается. А, оно здесь тоже отражается. И такое отражение, смотрите, красивое. А, это от цветка моего такое. Все, вот он, цветок. Да? А у Димы прямо с той стороны. Вот солнышко, оттуда восход солнца. Сейчас утро, 9:30. И у нас такое вот оно. У кого-то там фольга, по-моему, что ли, на стекле висит. И у них вот такое вот отражение прямо. Надо бы завтра на это потом посмотреть. Там голубое-голубое прям небо. У нас декабрь, середина декабря сейчас. Выйдет ролик, конечно, не знаю когда. Снега нету, ничего нету. И солнечно, прям солнце, небо голубое. Сегодня прям классно. И наше дерево, смотрите. Чуть-чуть я его там подстригала. Его маленькие детишки стоят у меня тут уже проросшие. Да. Так, сегодня, смотрите, мы запасы делаем на зиму. Вот столько моркови тут. Тут, по-моему, килограммов так 4 точно есть. Ну, где-то плюс-минус, может быть, даже 5. Натерли. Ну, сколько морковки? Много? Много морковок. Зачем-то так много. Увидишь. И тут еще мультиварка делает супчик. Параллельно. Сама. Жалко, что она блины сама не делает. Запасы на зиму. Крупная сушилка.